Алла Пугачева в Иланском со своей известной песней «Любовь как состояние», только вот без своего партнера Максима Галкина. Нет, речь в этом материале пойдет не об известных артистах, а о человеке, который делает пародии на их популярные номера. И делает он это не на большой сцене, а в торговом зале местных супермаркетов. Александр Мак, начинающий иландский пародист. Говорит, заметил в себе талант еще в юности, а с возрастом лишь его приумножил. Я этим занимаюсь уже с детства. Маленький был, думаю, дай-ка попробую, когда вырасту. Я вырос, мне это хорошо получается. Мне понравились три образа. София Ротару, Верка Сердючка, Алла Пугачева. Это мои кумиры. Они как зажигалочки, зажигательные. Их народ любит. С ними хорошо работать. Мне очень нравится. Теперь в его репертуаре свыше десятка отточенных номеров, с которыми выступает он не только в Иландском, но и в Каннске. К примеру, Александр уверяет, что зрителям больше всего по душе приходятся пародии на Верку Сердючку. Образом звезд Александр подходит с особой ответственностью. Все костюмы сшиты на заказ, а в вопросе грима доверяет только самому себе. На достигнутом парень останавливаться не собирается. В планах у него пополнить список артистов, а значит и номеров, с которыми он будет выступать. Валерия Черных на основе любительского видео.